Да. Это я с вами разговаривал по телефону. Ну, я вижу, что тут есть места вполне. Я вам говорю про посадочные места, к сожалению. Все, закончился, как бы. А я хотел бы послушать доклад господина Цыпко. Послушайте, доклад, доклад будет для основной аудитории на первом этаже. Пойдемте. Да нет, что, почему? Я хочу пройти. А что я нарушил-то? У меня приглашение есть. Зачем? Почему? Зачем? Я что-то нарушил? Пожалуйста. Объясните. Понятно. Хорошо. Так, интересно. Что вообще происходит? Объясните. Очень интересно. Очень интересно. Хорошо. Понятно. А вы чем занимаетесь? Нет, ну, когда сейчас всех пустят, кого всех? Когда всех пустят, кого тогда всех может пустят? Быть зайти. Что значит всех пустят? Когда уже всех пустят, можно зайти. Я уже зашел. Ну вот там экологическую вахту по Северному Кавказу. Что-то я был приглашен. Я его хочу войти. Вы войдете, когда вы обратитесь к Мстиславу Мазургову, который компания КСК. А что такое компания КСК? Вы же здесь оказались? Да, меня пригласили. А кто вас пригласил? Комиссия по делам ЮНЕСКО. В лице? В комиссии по делам ЮНЕСКО. У нее есть конкретный человек. Российская Федерация по делам ЮНЕСКО славляется конкретно человек. Мне не прислали приглашение без подписи конкретной. Скажите. Нет, вас же никто не выгоняет. Вас вон он, да я там на охранника его ставлю. Первый этаж, где будет вести трансляцию того, что там происходит вам. А, ну я бы хотел там несколько слов сказать. Или это... Почему? Он здесь взят-то. Почему? Давайте, давайте тогда я это хоть сниму на видео, что ни раз вы меня туда не пускали.